С сегодняшнего дня на территории ГБ-1 начал работу медицинский колл-центр. Если еще вчера горожане не могли дозвониться в регистратуру, то теперь ожидание ответа оператора составляет пару секунд. Алло, здравствуйте, оператор Анна, слушаю вас. Здравствуйте, Анна, подпишите, пожалуйста, если я заболела. Помогите, если мне врача надо вызвать или записываться, если хотите. Подскажите, пожалуйста, сегодня вам больничный листик нужен? Вообще, да. Вы сегодня были уже на рабочем месте, работали? Нет. Подскажите, на адресе на каком вы находитесь? На данный момент в центре работают 5 операторов, но это только начало. В дальнейшем, по словам главного врача Вадима Бритковского, штат будет увеличен до 10 человек. Данный колл-центр начинает работать. Первая подключена первая поликлиника. В дальнейшем планируется подключение всех поликлиник. Значит, данное оборудование позволяет улучшить связь населения с лечебными учреждениями города Азова, то есть дозвониться о том, о чем нас все время упрекали наши жители, что невозможно дозвониться до лечебных учреждений. Со временем, когда данный колл-центр вступит в полную силу, я думаю, таких замечаний, таких обращений у нас не будет. Кроме этого, Вадим Валентинович отметил, что открытие данного центра состоялось благодаря финансовой поддержке со стороны депутата Законодательного собрания Ростовской области, который, в свою очередь, оказал содействие в приобретении необходимого оборудования и программного обеспечения. Мы вот находимся здесь на течение 20 минут, и мы действительно видим, что телефонные звонки не умолкают. То есть, говорим, раньше была одна линия, сейчас один звонок расходится на операторов, и каждый человек у нас в состоянии получить консультацию и помощь. Понимаем, что действительно это благое дело, что здравоохранение у нас, можно сказать, на этом уровне тоже поднялось, да, в качестве того, что можем дозвониться, по телефону могут что-то оказать содействие, записать к врачу и тому подобное. Поэтому наши, естественно, цели – это самое главное здоровье. Ну, всем нам присущим пожелать здоровья. Ну, если придется, конечно, звонить в колл-центр, сразу ответят, да? Спасибо всем. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Спасибо. Операторы колл-центра работают с 7 утра до 16 часов вечера. В субботу с 8 до 10 утра. Специалисты оперативно отвечают на все вопросы, и, что немаловажное, нет временных рамок для получения консультации. У нас принимаются звонки разного характера. В основном это, естественно, вызов врача на дом, потому как плановая запись сейчас закрыта из-за ограничений в работе поликлиники. Ну, график работы специалистов, врачей-специалистов. Вот. И также номера телефонов, возможно, других больниц, других отделений. Это, в принципе, самые такие основные вопросы. Ну и результаты мазки, СКТ, на анализы. Сегодняшний день вот с 7 часов утра вот нам поступило 270 звонков, то есть ни одного мы не пропустили, всем ответили, все люди получили ответы на свои вопросы, и также всем, кому это было необходимо, оформили вызовы врача на дом. Сейчас у нас два номера мы обслуживаем, это 40305 и 43103. То есть всегда на связи. Оперативно берется трубка, ну, то есть каждый звонок не остается без ответа. Ивана Пажельцева, Александр Кучиц, Азов.Инфо.